Direct Development, это Жаксабай Бах. Ни Сапарымбетов, ни Джакупов, ни Сари, никто с моим супругом не общался, не созванивался. Это тоже есть в материалах дела, в детализации. Единственное, на чем построен приговор, это, получается, показания Жаксабая. Также мы контрдоводы привели, мы привели своих свидетелей. Потому что, и мы, я считаю, мы доказали полностью, что мой супруг здесь ни при чем. И вот Жаксыбаева, который показывает, ему 2,6. Его оговорили, как вы думаете, либо что-то другое? Либо это политический заказ, может быть, против моего супруга, конечно, оговорили. Вы считаете, это дело политическое? Другой ломат. Мен мулаганым Вы не считаете это политическим заказом? И кто мог бы так обозлиться? Ну, на эту тему я сейчас пока не могу говорить. И нам нужно еще зачитать приговор более детально.